По другим новостям. На 1 апреля в России, несмотря на День смеха, назначают начало каких-либо кампаний. Например, традиционно в этот день стартует весенняя призывная кампания. До 15 июля ряды вооруженных сил планируют увеличить на 154 тысячи человек. Отдавать долг Родине отправятся и молодые люди нашей республики. Тем временем в Следственном комитете Чувашии проанализировали уголовные дела об уклонении от службы за последние пару лет и составили социальный портрет среднестатистического уклониста. В основном это сельские жители лет 22 без постоянного места работы. На иждивении так можно охарактеризовать тех, кто просто не хочет служить в армии. Практически все они в итоге свою вину в полном объеме признают, ходатайствуют о рассмотрении уголовных дел в отношениях в особом порядке. То есть таким образом надеются на снисхождение суда и надеются получить менее строгое наказание, которое могло бы им грозить за совершение этих преступлений. Максимум, который может грозить уклонисту – 2 года лишения свободы или принудительных работ, либо штраф до 200 тысяч рублей. За последние 2 года нарушители закона по решению суда пополнили государственную казну на сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следует отметить, что штраф за уклонение от армии не освобождает молодых людей от военной обязанности.